Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про міжнародну політичну ситуацію. У нас в гостях Юрій Райхель. Райхель – політичний оглядач. Освіта – Національний технічний університет Дніпровська політехніка, інженер-електрик. Протягом багатьох років співпрацює з загальноукраїнськими ЗМІ як експерт з політичних та економічних питань. Одружений, має онуків. Хобі – література. Юрій Борисович, я радий вітати вас у нашій студії. Здравствуйте. Власне, та тема, яку обговорюють у січні майже всі, та, напевне, всі політоглядачі і України, і всього світу, це Казахстан. Це ті події, які сталися, починаючи із 2 січня, власне, це масові протести, це і погроми, це введення іноземних військ, весь цей комплекс. Але я хотів би почати з вами розмову саме про передумови. От відбувся розпад Радянського Союзу, кінець 91-го року. Казахстан – одна з республік, що вийшла зі складу. Власне, перший секретар тодішньої компартії став першим президентом Нурсултан Назарбаєв. От за цей період, за ці 30 років, яка політична система склалася у цій середньоазійській країні, саме в Казахстані? Если в экономической области, то это типично такая олигархическая система, причем если в Украине есть несколько олигархов, или будем говорить определенное их количество, то в Казахстане это один олигарх, Назарбаев и его семья, которая контролирует практически 98% экономики страны. Казахстан очень богат полезными ископаемыми, и вот эта вся семья Назарбаевых или клан, она вот и наложила руку на всю добывающую промышленность. Это нефть, газ, золото, серебро, металлы, ну, в общем, ну, практически вся таблица Менделеева. Свинец, кобальт, относительно, правда, кобальта не очень много, но тем не менее. И вот эта вся олигархическая такая система в экономике, она получила концентрированное выражение в политической системе, которая, ну вот, знаете, как деспотия, когда один человек, такая довольно жесткая авторитарная система. Але це характерно для середньоазійських республік. Ми можемо поглянути і на Казахстан, на Туркменістан, там, напевно, ще більш жорстка така ситуація, Таджикистан. От, може, це характерно загалом для Середньої Азії? Це певна політична традиція, можливо, навіть певним чином? Ну, як-то Киргизія вибивається. Ну, Киргизія так, да. Киргизія так. І от в останнє время некоторе движення в сторону від цієї ситуації почав Узбекистан. Дуже медленно, постепенно, но тем не менее определенные сдвиги есть. Но в целом, да, это действительно так, но такая система там складывалась еще во времена Советского Союза. Первый секретарь ЦК Компартии по советским масштабам был фактически олигархом и контролировал абсолютно все. При условии, конечно, полного подчинения Москве, потому что были предприятия, прямого подчинения центру. Там, допустим, Карагандинский металлургический комбинат. Он прямо подчинялся Московскому министерству черной металлургии. Там были, ну, в Казахстане находились предприятия, связанные с космической отраслью, и Байконур, собственно говоря, находится в Казахстане. Но во всем остальном это вот такая вот система, она была в значительной степени унаследована от Советского Союза. Все то же самое относится, как вы правильно сказали, и к другим государствам Центральной Азии. Но дальше начинается расхождение между этими государствами.
Казахстан в этом смысле очень сильно выделяется, потому что устройство этого государства, его этнонациональное устройство, характеризовалось двумя компонентами. Северный и, условно говоря, промышленный регион был населен русскими и так называемыми русскоязычными. Там украинцев было много. На 91 год прошлого века это 40% населения, сейчас 18%. По местной статистике реально говорят даже несколько меньше. И вот остальная часть Казахстана, которая в стране 19 миллионов населения, которая в основном вот была казахской. В городах казахи были сильно русифицированы. Но в сельском и в других районах Казахстана русский язык практически не использовался, особенно на западе Казахстана. И в стране исторически сложилась система так называемых жузов, которая, но это даже не племенная, не родовая система, это такая особая система, у нас просто нет времени. Примем как... Аулы, может, его? Ну, это такое вот сочетание определенных родов. Распалась, когда племенная система в Казахстане, то вот образовались вот такие вот жузы. Это не только там старший, средний и младший, но это не значит подчиненность, а это территориальная, этническая в определенной степени и языковое отличие, которое постепенно стиралось, но на сегодняшний день все еще имеет место быть. И тоже так исторически сложилось, что руководящая верхушка еще с советских времен, она рекрутировалась из так называемого старшего жуза, который занимает, условно говоря, южную часть Казахстана, с тогдашней столицей Алма-Ата. И вот перенос столицы из Алма-Аты в Астану, Астана в переводе означает «столица», собственно говоря, и означает «столица». Зараз це Нур-Султан. Уже этот термин не используется. Не використовується, але тим не менше є така географічна... На картах так. Это остается. И вот это была попытка найти определенный баланс между различными жузами. Она оказалась не очень удачной, что в определенной... Это не являлось основой тех протестов, но было сопутствующим элементом, который выражался в обостренной борьбе в верхушке Казахстана. И вот сложилось три условия начала этих протестов. Социальный протест, который нефтяники вышли против там, повышения цен на газ. Там майже, навіть трохи більш ніж у два рази. Да, да. Вот. И дело в том, что в западном Казахстане младший ЖУЗ, там все автомобили, все передвигаются на газе, который пропан-бутан, который там же добывается и который там стоил относительно дешево, условно дешево. Но вот он в два раза повысился, и это вызвало многочисленные протесты, которые были подхвачены в других регионах страны. К этому добавился криминалитет, который, как всегда, в такие переломные моменты пытается использовать ситуацию в свою пользу. И дальше это все усугубилось игрой кланов, борьбой за власть. Власне, про це я хотів поговорити з вами, Юрію Борисовичу. 2019 рік, хотів сказати позаминулий, вже не позаминулий рік, вже трохи так більш ранній час. От відбулася зміна влади в Казахстані. Назарбаєва змінив Токаєв. От у чому була причина цієї зміни? Навіщо це було Назарбаєву? Чому він не міг банально передати владу, скажімо, своїй доньці? Но это не соответствовало традициям казахского общества. Там до сих пор передача таких властных полномочий обычно происходит по мужской линии. У Назарбаева сыновей не было. И дальше возникла такая ситуация. Он не молодеет. Время и годы берут свое. И он задумался.
о так называемом транзите власти. Тем более, что рядом в Узбекистане после смерти президента Каримова, такого же первого секретаря, как и он, там, в общем-то, хотя внешне и мирно процесс транзита произошел, но на самом деле под ковром развернулась очень ожесточенная борьба между различными кланами в Узбекистане, которые разделены по географическому признаку. Там ташкентский клан, андижанский клан, бухарский клан и так далее. Исторически всегда главенствовал ташкентский клан. И вот в процессе вот этого транзита ситуация обострилась настолько, что в определенный момент Узбекистан стоял на грани гражданской войны. Ее удалось избежать. Нынешний президент нашел консенсус. Но вот эта вот ситуация узбекского транзита очень сильно напрягла казахстанскую верхушку, и в первую очередь Назарбаева. Ему нужно было найти способ сохранить власть и, самое главное, вот, контроль над экономикой в руках семьи. И для этого он выбрал, ну, как тогда казалось, достаточно бесцветную личность. А бесцветная она не только в силу личных качеств, а в силу того, что за Такаевым не было клана. Он был сам по себе. И вот эта внешняя беспомощность Такаева, она и вот сыграла в его пользу. Хотя были и другие варианты, которые сейчас мы не будем рассматривать, в том числе и передача власти определенным родственникам Назарбаева, там племянникам и так далее. Но вот все-таки он остановился на Такаеве. И идея была такая, что вот за 5 лет президентского срока Такаева постепенно он будет перенимать рычаги управления при условии, что Назарбаев получил титул Елбасы, то есть отец нации. Это еще 2010 год. Да, и вот он будет контролировать этот процесс, и он будет происходить в достаточной степени гладко. Но вот как мы теперь видим... Под зорким оком Елбасы. Да, да, вот Елбасы. И вот эта вот система елбасизма, теперь это появился новый политологический термин, она в Казахстане дала сбой, вот, который мы сейчас видим. И это коренным образом меняет расстановку сил во всей Центральной Азии, потому что перед такой же проблемой стоит и президент Туркмении, который уже готовился передать власть своему сыну, Сердару. Но процесс затормозился, потому что при всей жесткости туркменского режима внутренняя борьба элит в Туркменистане не менее острая, чем в Казахстане. Есть о чем задуматься и президенту Беларуси Лукашенко, потому что там тоже не все так гладко, как это выглядит там из-за границы. Поэтому события в Казахстане, они имеют большое значение, я бы даже сказал, геополитическое значение, как для региона Центральной Азии непосредственно, так и для расстановки сил на международной арене, в первую очередь во взаимодействии, если применительно к Центральной Азии, Китай, Россия, Турция. Так, ну а власне, якщо ми говоримо про ці 2 роки, які перебував при владі Токаєв, навіть трохи більше, навіть майже 3 роки, це 19-й, 20-й, 21-й. Чи можна говорити, що він за ці 3 роки став самостійною політичною фігурою? І, власне, ну я думаю, трохи пізніше ми поговоримо, чи можна говорити буде, що фактично клан Назарбаєва буквально за кілька днів був відштовхнутий від основних важелі впливу в економіці, в політиці, в інших сферах? Ми зараз многие вещи ще не дуже хорошо представляємо з категорії внутрішньої боротьби в Казахстані. Скоріше всього, ми наблюдаємо в даний момент определенне шаткое равновесие. Що ми можемо вже точно сказати? Що Такаєв на пути к тому, щоб создавати вокруг себе клан. То есть он сейчас собирает своих сторонников и заполняет скамейку запасных.
характерная черта, что отправленное в отставку правительство, а теперь новое, сменился премьер-министр, но в правительстве сменилось только 7 министров. Остальные сохранили свои посты. В основном сохранили посты министры экономического и финансового блока. Это очень характерный признак. Но премьер-министром стал первый вице-премьер. И другие министры тоже рекрутировались из заместителей. То есть на сегодняшний день есть определенный консенсус, договоренность между Токаевым и кланом Назарбаева. То есть наиболее одиозные фигуры там, из спецслужб, служб безопасности, они отставлены. Характерно, что на третий день протестов внешняя охрана резиденции Назарбаева в Астане была снята. Он же охранялся как государственной службой охраны, как президент. Ну и, соответственно, на внешнем контуре. Ну, как будь-який колишній президент охраняється. Да, на внешнем контуре была охрана, она была снята. Это очень характерный признак. Мы же имеем дело с восточной страной, где такие символические жесты, они иногда значат гораздо больше, чем какие-то конкретные дела. И да, есть определенные замены в руководстве некоторых центральных органов. Но мы не можем сейчас с полной уверенностью достоверно говорить, что Токаев перенял на себя все рычаги управления страной. Скорее всего, пока дело ограничится отставкой наиболее одиозных фигур, и процесс этот будет идти. Насколько и как глубоко он будет, это вопрос второй. Тут есть два обстоятельства, чисто внутренние. То есть Токаев может превратить Казахстан в просвещенную авторитарную страну. Ну, типа Сингапура времен Ли Куан Ю. То есть это будет свобода экономической деятельности при жестком политическом контроле. И здесь очень много будет зависеть от того, на какую внешнюю силу он сделает ставку. То ли на Москву, то ли на Пекин. Пока мы видим, что в этой схватке побеждает Пекин. Про це ми також поговоримо, але дещо пізніше. От для наших глядачів я просив би Юрія Борисовича, може хто не слідкував, але так хоча б коротко. От яка хронологія протестів і що відбувалося, власне? От якщо ми згадаємо, мабуть, тут аналогія не дуже доречні, якщо ми згадаємо Україну 13-14 року, це було 3 місяці. Майдан, фактично люди знаходились, але були більш гострі моменти, менш гострі. Тут наче все так, як блискавка відбулось. Як це відбулось, що відбулось? Ну, почались соціальні протести. Причому вони дуже швидко із видвиження економічних требувань, там, зниження плати за газ, уменьшення стоїмості продуктів питання, тому що в Казахстані дуже сильна продовольственна інфляція, ціни ростуть дуже швидко. Це парадокс, сільськогосподарська країна, а своего продовольствия не хватает. Но у нас також є, будемо відверті, така проблема. Да, но если сравнить Украину и Казахстан, то у нас ситуация в этой части пока гораздо лучше. Очень быстро они перешли в фазу выдвижения криминалитета. Особенно это было в Алмате. Причем есть достаточно достоверные признаки того, что криминалитет направлялся теми силами в спецслужбах, которые остались верными клану Назарбаевых. Тем более, что председатель Комитета национальной безопасности, типа нашего СБУ, и его заместитель, а заместитель – это племянник Назарбаева, и они стояли за организацией вот этих погромов в Алмате и близлежащих городах. И все это выглядело таким образом, что спецслужбы и армия вышли из-под контроля Токаева. И для того, чтобы... И в этот момент Москва и Пекин –
отодвинулись от Назарбаева, хотя еще в декабре Путин высказывал ему такие, как говорится, знаете, знаки внимания и почета, когда он был там в Москве, в России. И они отодвинулись от Назарбаева, и была сделана ставка на Токаева. Отсюда войска ОДКБ, в основном российские. Организация коллективного договора. Да, и, несомненно, с одобрения Пекина. А вот дальше началось расхождение. Войска ОДКБ фактически не принимали участие в подавлении выступлений, они как-то сошли на нет, потому что социальный протест угас по разным причинам. Ну, в том числе уряд пішов на певні поступки демонстрантам. Да, и это отсутствие единого организационного центра, отсутствие лидеров, которые могли бы это возглавить. Вот много причин. Социальный протест угас, криминалитет, внутренние силы безопасности быстро поставили под контроль, все это прекратилось, и фактически этим войскам ОДКБ нечего было делать. Они там 20 тысяч они туда перебросили, они там заняли какие-то, нам, как они говорят, стратегические центры, ну, Байконур в первую очередь там, и другие. А дальше что? В Москве хотели оставить свои войска, и об этом прямо говорилось на российских пропагандистских каналах. Превратить Казахстан в такую марионетку Москвы. А если они не захотят, потому что в Казахстане было очень сильное недовольство присутствием иностранных войск, то тогда оставался козырь сепаратизма создать на севере Казахстана так называемую Южно-Уральскую или Южно-Сибирскую, в основном с русским населением, народную республику по типу, значит, то, что у нас на востоке в Донбассе. И вот здесь, к удивлению Москвы, видимо, для нее это оказалось крайне неожиданным, произошло два важнейших события. Председатель КНР Си Цзиньпинь написал письмо Токаеву, а министр иностранных дел Китая Ван И позвонил своему казахстанскому коллеге и высказал три позиции, которые объединяют два правительства. Первое – борьба с терроризмом. Второе – борьба с религиозным экстремизмом. Ну, это понятно. И третий – борьба с сепаратизмом. И вот этот вот последний пункт поставил жирный крест на всех возможных попытках Москвы устроить какое-то сепаратистское движение типа народных республик и так далее. Тобто ви вважаєте, що в цій ситуації, ну, напевно, ще рано говорити про її остаточне якесь вирішення, тим не менше, так все більш-менш заспокоїлося. У всякому випадку ми не бачимо того, що було на початку січня. Основним бенефіціаром цієї ситуації є саме Китай. Да, несомненно, потому что позиция Пекина заставила уйти иностранные войска, но они уже начали вывод. Второе, Пекин в категорической форме настаивает на территориальной целостности Казахстана и замечание председателя Си Цзиньпиня о том, что казахстанское руководство самостоятельно справится с внутренними проблемами. Юрій Борисович, буквально кілька хвилин лишається, але хоча б так побіжно інші теми хотілося б їх торкнутися. От, зокрема, безпекової ситуації в світі. Відбулися перемовини США та Росії представників, одних, так би мовити, з керманичів, диппредставництв США і Росії у Женеві. От безпекова ситуація і ці перемовини, як їх можна оцінювати? Вы знаете, мы сейчас находимся в некотором таком положении, что окончательное решение должна принять Москва. Она получила очень жесткие предупреждения по поводу возможной агрессии, даже ограниченной агрессии против Украины. В то же время все требования Москвы там, по поводу там, НАТО, неприема Украины и Грузии в НАТО, все они были...
категорической форме отвергнуты. И теперь Москва загнала себя в очень такой тяжелый угол. С одной стороны, она либо должна что-то сделать, ах, вы не принимаете наши условия, тогда получите. А что можно сделать? Это начать агрессию против Украины, потому что против стран Балтии вообще невозможно начинать агрессию. Но тогда она получит все те, как говорится, печеньки, в кавычках, от американской администрации и европейских стран, и очень жесткие условия санкций, которые сейчас проходят в американском конгрессе, которые очень больно ударят по России. Либо она может с шипением, огрызаясь, отойти в сторону и сказать: «Да ладно, мы и не хотели, и вы напрасно подняли этот шум». Но тогда возникает вопрос, а зачем вы поднимали вообще эту волну в ноябре месяце с ультимативными требованиями за 2 дня подписать то, что мы требуем? А оказывается, что ваши требования вообще в голову никто не берет. И вот это, собственно говоря, государственный секретарь Блинкен так и сказал, что теперь мы ждем, что решит Путин. То ли он решит вот так, путь деэскалации и дипломатии, то ли он пойдет по пути агрессии, но тогда получит то, что мы ему уже обещали. А от загалом, чи є, буквально хвилина у нас лишається, чи є перспективи розширення НАТО? Як вам здається, от станом на зараз, на схід, я маю на увазі, в першу чергу, зрозуміло, це Україна, це Грузія? Я думаю, що в значительній степені це залежить не від НАТО, а від України. Якщо Україна буде... Ну, Україна відповідні зміни до Конституції внесла свого часу. Да, но Україна поки не проявила особого рвення в боротьбі з олігархами, зі своєю олігархічною системою, і, найголовніше, не провела внутрішні реформи, там, судебної системи і всього Вам остального. Вам здається, що такі моменти залежать Это условие необходимо. Если они не будут выполнены, то есть Украина не превратится в демократическое европейское государство, ну, типа Польши или Чехии, хотя бы Словакии, наших соседей, то вообще о НАТО не о чем разговаривать. И поэтому вопрос, когда говорят, что Украину не хотят принимать в НАТО, это действительно так. Потому что такую страну в НАТО не принимают. Но если Финляндия захочет в НАТО, там сейчас идут такие разговоры, то ее примут, ну, я знаю, в течение недели. Потому что она соответствует всем критериям. Это европейское, демократическое, развитое, ну, не олигархическое государство. Ну, будемо, я думаю, з вами зустрічатися ще у цій студії. Подивимося, як будуть розгортатися події. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним оглядачем Юрієм Райхелем. На все добре.